Привет всем, с вами Никтос 4, администратор сайта iScience.ru. Сейчас я сообщу такую прискорбную новость для всех нас. Наш сайт временно не будет работать в нормальном режиме из-за проблем с хостингом. Хостинг machost.ru сегодня приостановил свою работу из-за денежных проблем. Пострадали такие крупные сайты, как тёма.ру, это блог Артемия Лебедева, 1IP.ru. В небольшой мере пострадал сайт игровой фирмы Alavar, но он был установлен уже. Также пострадал наш сайт. На данный момент мы никак не можем восстановить новости, получить доступ к ним. Но сайт временно переведен на другой хостинг, и поэтому конференция, которая будет 8 числа, пройдет в нормальном режиме. По моим расчетам, сайт заработает завтра днем, когда точно сказать я не могу. Но все равно, приходите к нам, конференция будет в нормальном режиме, так что ждите. А как все будет с нашими сайтами iScientist.ru, iPads и с другими сайтами, пока неизвестно. Надеюсь, что в ближайшее время MacHost продолжит свою работу в нормальном режиме, и все данные будут восстановлены, и сайт заработает в полном режиме. Спасибо за то, что вы уделили минутку вашего внимания. До скорых встреч. Ждем вас на iScience.ru 8 числа.